За штурвалом! Только одна зацепка. Надеюсь, она приблизилась к артефакту. Так Ахиллес поручил это тебе? Нет. Поручил поручить тебе. Найти то, что украли у Макандалеш. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечи и манускрипт. Твое задание. А твое задание? Присматривать. Ахиллес мне не доверяет, так ведь? Это покажет. Сделай это для всех нас, и увидишь, как все изменится. Ваем, а что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Записывает, подсчитывает, собирает данные о частицах Эдема. Пишет письма нашим братьям на других континентах. Ну да. Лайм, ты вообще осознаешь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес меня знакомит с ассасинами в Европе и в других частях света. Как своего любимого сына? У него только один сын. Коннор. Коннору отойдет дом. Увидь. Как скажешь, принц Реген, братство ассасин. Еще раз так отойдет. За борт, Вик. Бою готов, сэр! Пли! Проклятие! Убавить парусу! Ха-ха! Трави! Трави!
Только скажите, Кэп! Отдать гроты! По ветру! Отдать Марселя и бомб Рамселя! Выстрел разрывает. Готов! Гроты убрать! Паруса с... Свободу гротам! Все наванты! Вперед! Паруса отдать! Арея! Меньше ход! Ответ навал убрать! Чтоб каждый парус наполнился ветром!
Марселя, бомбром селя, леселя! Отдать Марселя и бомбром селя. Убавить паруса! От бури! Рифы на гротах! Поднять бромселя! Спустить паруса! Леселя, спусти! Раз! Бросить Je disais ça comme ça. Dans ce métier. Maintenant, calme-toi. Voyons le profil. Il n'y a rien de plus à faire avant demain, je t'assure. Envisagez toutes les solutions possibles sans succès. Alors ferme. Je sais, je disais ça comme ça. Maintenant, calme-toi. Ah bon, mon trésor. Ne fais-je pourtant pas tout mon possible pour t'assurer une vie de bonheur et de plaisir ? Espèce de marâtre ingrate. Ah bon, mon trésor ? Ne fais-je pourtant pas tout mon possible pour t'assurer une vie de bonheur et de plaisir ? Il n'y a rien plus à faire avant demain, je t'assure. Il n'a plus sa tête. Vous parlez d'un vendard ?
dormira en se pichant dessus. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait ? Allez, écoutez. Morceau de viande et va voir ailleurs si j'y suis. Allez, écoutez. Il n'a bu qu'une goutte et déjà, sa catin doit le ramasser. Allez, écoutez, il a ramené... Catin doit le ramasser. Allez, écoutez.
Ah bon, mon trésor, ne fais-je pourtant pas tout mon possible pour t'assurer une vie de bonheur et de plaisir, espèce de marâtre ingrate. Ah bon, mon trésor, ne fais-je pourtant pas tout mon possible pour t'assurer une vie de bonheur et de plaisir, espèce de marâtre ingrate. Je sais, disais ça comme ça, ma chérie. Maintenant, calme-toi. Je sais, je disais ça comme ça. Maintenant, calme-toi. Поверьте, во Франции на лобстеров огромный спрос. А, вот и наш огородник вернулся. Вовремя. Нашелся след любопытного манускрипта. Прочтете? Удивлюсь. Никто не может его прочесть, недоумок. Потому тамплиеры столько с ним возятся. Но наш союзник сумел их выследить. Пират? Шпион, но работает с ними. Мы плывем на антикости. Заодно посмотрим, как переживет это плавание твоя лохань. А насколько надежны эти пираты? Они мне как братья, Шей. Когда придет время, они помогут нам победить тамплиеров. Вот бы англичане поняли, что именно тамплиеры управляют ими. А что, тамплиеры и в самом деле управляют колонией? Не совсем. Но их влияние весьма велико. Охотник не твоя забота. Он верен нашему братству. У него есть друзья как в французском, так и в английском флоте. И он знает о том, что происходит на просторах Атлантики лучше, чем все мы. Вайн, а расскажи мне про Адевали. Ты ведь так им восхищаешься. Да. Как-то мне выпало честь с ним работать. Мало кто так же предан нашей идее. Но это не все. Адевали стал легендой еще до прихода в братство. Он был пиратом, грозой Вест-Индии. Родился даже с черной бородой, Вудсом Роджерсом и Каллига Джеком. А кто это? Лет 20 назад Адевали перехватил конвой тамплиеров и забрал загадочный сверток. Он поплыл в Порт-о-Пренс и передал его женщине, которая якобы была верна нашему делу. Дайте угадаю, он ошибся. Thank you.
Вперед! Все на ванты! Паруса отдать! Парселяй бомбром себя! Замечен груз, Кэп! Оказался остров Мирамичи. Вроде это груз, сэр! Нагитовы! Убавляй! От ветра! Эй, на вантах паруса убрать! Отдать гроты! Веселя отдать! Вперед! Мы приближаемся. Спустить все, кроме гротов! Ловим ветер! А ну отдать гроты! Наполни каждый! Капитан, английский корабль. Ему туго пришлось. Что ж, отлично. Пожалуй, самое время пустить его там. Предлагаю не спешить, там королевский груз. Посмотри в трубу и сам все увидишь. Неплохо. Ну что ж, думаю, мы облегчим кошелек королевского. И учти, нескольких попаданий достаточно. Если что, пойдет на дно вместе с экипажем и грузом. Возьмем на абордаж раньше, чем команда поймет, в чем дело. Там груз! К бою готов, сэр! Так, наверх! Военный крик! Все паруса отдать! Блин! Еще граждан! Корабль! Даже с разрывными... Английский корабль. Ему туго пришлось. Что ж, отлично. Пожалуй, самое время пустить его к нам. Предлагаю не спешить, там королевский груз. Посмотри в трубу и сам все увидишь. Неплохо. Ну что ж, думаю, мы облегчим кошелек корабля. И учти, нескольких попаданий достаточно. Если что, пойдет на дно вместе с экипажем. И грузом. На бордаж раньше, команда поймет, в чем дело. Капитану штурвала! Надать скорости! Вот это,
приказаний! На места, древние силы! Пли! Время пришло, на абордаж! Нормали, сэр! Отдать роты! Победу! Отдать все! Вперед! Веселя, поднимай! Покажи им, капитан! Ну, вперед! Добыча наша! Саборика! Море в этих местах опасное, капитан. Я бы посоветовал укрепить Морриган. Потолкуй с капитаном ближайшего порта. Сможем купить что-нибудь полезное. Не знал, что на Гаити есть кто-то из братства. Есть. Их наставник Франсуа Макар. Многие Мароны стали его учениками. Это сбежавшие рабы и дети, да? Да. Как грустно. Спаслись от ужасной участи, но погибли в этой раз. Но Гаити — французская колония. Все верно. Здесь ассасины служат королю, а на Гаити французы держат в рабстве тех, кого освобождает братство. Ассасины действуют вне границ государства. Антикости уже близко. Держите курс, капитан. Thank you.
Поймаем ветер! Паруса отдать! Круче к ветру! Отдать Марселя и бомб Брамселя! У нас есть возможность улучшить корабль. Мы столкнемся, сэр! Отдать якорь! Отдать гроты, парни!
Приводим к ветру. Паруса отдать! Все паруса отдать! Вперед! Добыча! Рифить все марселя! Впереди утес! От ветра! От ветра! Поймать ветер! На мачты отдать дроби! Останки корабля. Это мертвы. Его разграбили пираты, но, возможно, там еще осталось что-то. Риф Марселя и Брамселя! Отдать якорь! Thank you.
Thank you.